Ладно. Так. Блин, реально, мир полон загадок и сюрпризов. Слов нет вообще. Жжпак. Так, давайте заберемся наверх сейчас. Вот по этим, по этой равнинке можно вон до той горы долететь, в принципе, и посмотреть, что еще дальше будет. Я по-прежнему ищу хорошее место для своего дома, и, честно говоря, пока я его не нашел. И оп, найс. Четкое приземление. Сейчас заберусь наверх. О, еще пчелки. Сейчас заберусь наверх и просто оттуда слечу куда-нибудь. Я, кстати, лететь хотел совершенно в другую сторону. Вот где-то вон в ту. Но в итоге не получилось. Беги, глупец. Да ладно, чего уж. Жаль, было бы интересно увидеть знакомую морду на выступлении мододелов Industrial Craft и Buildcraft. РПГ, ну, знакомую-незнакомую морду, да, это немножко странно, потому что так-то ты меня не видел, и я тебя не видел. Вот, а во-вторых, я же этим сильно не интересуюсь. Майнкрафт для меня просто еще одна игра, и все. Я не могу сказать, что я прям, ох, фанат. Так. Это, блин, Стоунхендж, что ли, какой-то, правда? Ребят, здесь какие-то пауки, что ли? Чё это, блин, такое? Во-первых, я инстинктивно понял, что я могу замедляться, да? Чё это, блин, такое? Там какая-то семечка есть. Чё за семечка? Беладонна сидс. Окей, успеется. Это просто вода посреди ни хрена с паутиной. Это ничего особенного вообще, это просто вода реально посреди ни хрена. И у меня по-прежнему продолжается этот остров, блин, это уже раздражает немножко. Его слишком много здесь. Это было бы уникально, я чувствовал себя везучим засранцем до того, как этот остров встретился мне в какой? В третий, в четвертый раз подряд? Теперь я уже везучим засранцем себя не чувствую. Это как-то не очень приятное ощущение. Шаг, ты мимо улья прошел. Я знаю, я его не хотел собирать. Я просто сказал, что это улей. Хорошо, ок. Это улей. Ок. Вот. Блин, как же просто... Флакс? Как же просто вот в этом обычном, совершенно нормальном мире, а не на острове посреди ни хрена, просто путешествовать и встречать, допустим, разные цветы из той же ботаники, да? Или таункрафта, или вообще неважно, блин, из чего. Просто встречать жизнь. Не. Оп, не достал. Секунду. Оп. Так, наверх, наверх, наверх. Блин, все-таки придется копать. Ну ладно. Напиши команду в чат. Зачем? Если найдешь черную воду, это нефть из Buildcraft. Ок. Если найду черную воду, это будет нефть. Окей. Ну, собственно, как-то... На меня это знание не сильно повлияет, я тебе так скажу. Ну, ладно. Уи. Так. Пока что я не вижу больше ничего необычного, да и, блин, место для своего... Темный лес, ай-я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 й. Не люблю темный лес. Там даже днем могут мобы респаться, я его очень сильно не люблю. Лес темных дубов, блин. Так, ладно, по нему надо пропрыгать как можно быстрее и как можно более нафиг. Угу. Так, давайте-ка мы пропрыгаем по нему как можно более... Нафиг, 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 нафиг. А, кстати, здесь грибасы есть, например, да? То есть, если вы не встречаете грибной остров, а вам, ну, типа, грибочки нужны, вот... По-моему, там озеро лавы. Я, конечно, не эксперт, но вроде так. Так, это что за... Это что за серое образование такое? Так... Что бы это было? Во-первых, зима. А это что такое? Базальт. Это базальт какой-то, слушай.
Там еще... Ох, там деревни, походу... Вот, вот, примерно плюс-минус, я уже знаю, где я остановлюсь. Вы посмотрите просто издалека, насколько красиво... Вот, вон там, вот... Это вулкан! Это вулкан! Блин! А, это не... Оу... Это стена. Это немного не то, что я думал. Это вечери деревни, только я думал, что эта теплица, оказывается, эта стена не прорисованная была. Ну-ка, смогу перемахнуть или не смогу, интересно. Я бы не отказался как бы за стеной жить. Представляете, это, блин, это даже не деревня, это, мать его, огромный город. Или мне показалось? Нет, все-таки деревушка, смотрите. Оп. Здрасте. Нет, смотри, теплица! Не показалось! Уху! Классно. Блин, да и вообще здесь жить как-то... Да не камильфо вообще. Там, правда, житель с троллфейсом такой, ну, такой себе. Слушайте, да это вообще офигеть. Че здесь... Да ладно, здесь адский нарост растет? Что? Че, правда, что ли? Да, это в натуре адский нарост! Получить адский нарост до прихода в ад! Ошизеть можно! О, база шаг уже построена! Да, и жители там конкретно уже есть, ты представляешь? Вот этот эксперт... Я не хочу переходить на эксперт мод! Спасибо! Зачем? Так... А как же летающий остров у тебя над головой? Он просто слизняковый, и я на него забил уже 10 раз. Хватит баловаться с дверьми, мать вашу. Да как вы меня за... Так. Так лучше. Я не знаю, почему здесь столько жителей, и все они прутся в ту дверь. Такое бывает. Так, Materials and You Volume 2. Brewing Fusions. Book of Biomes, Distilling, Brews, Book of Biomes еще одна. Observers, так, Sposh, Town Page и Taunomicon. Это все не надо. А чего вы все забиваетесь? Время-то еще не ночь. Почему они все забиваются в одну комнату? Это, блин, странно, что пипец. Групповуха по-майнкрафтовски, блин. Чего вы здесь все забыли? Так, что я могу здесь делать? Iron Knife, Iron... Slime Knife Blade. Это забавно. Cactus Axe Head. Сколько у тебя? 171. Здесь 150 будет. Usage Speed 5. И здесь 5.25. Это сборка из FTB, да. А так скучно? Ну, не смотри меня тогда. Поверь, мне что-то не скучно пока. Го, поломаем мне нужные здания и построим норм-базу. Я вот думаю, нужно мне это или нет? Или просто свой домик рядышком построить? У них просто пати, пати-хард. Так, что? Бон шавел. Нет. Слайм бин. Опа! А вот это классная вещь. Флинт пикекс. Фишка в чем? Майнинг спид 1.5. Давайте-ка я это уберу. Я возьму вот так вот, пока вот так вот. И вот так вот. Оу! Нихера себе! Ребят, а можно я тоже с вами? Вот это ночлежка, вот это да. Сервер бэкап стартед, окей. Так, все, переночевали, все вместе, молодцы. Вообще, все, всем спасибо, все свободны. Бронз биндинг, reinforced. Слайм биндинг поприкольнее будет. Так, а здесь что у нас есть? Iron Sword Blade, Flint Sword Blade, Cactus Hand Guard. Короче, ничего нужного здесь нету. Так, а здесь? Ну, здесь такое. Вот это вот, вот. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Этот троллфейс на простом жителе, это просто забей. Так, значит, мне что... Блин, я вообще глупо сейчас сделал полнейшую. Мне что надо сделать? Где здесь у меня кирка делается? Вот, мне надо сделать вот так. Кирка. Вот так. И вот так. И в итоге у меня слаймов... Всего 171 дюрабилити. Блин, я рассчитывал на побольше.
Слушай, а если я Reinforce добавлю туда? Хватит ломать дверь! 190 номинальная. Ха. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Фишка в чем? Это лучше, чем слаймовая, потому что слаймовая копает со скоростью 1.25 всего. Ну или 1.5, да? My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Шаг на вписке. Paper X-Head нет. Bronze White Guard. Я могу себе попробовать меч даже какой-нибудь сделать, видимо. Не, не буду. Так, хватит ломать дверь. Блин, фэр. Я не знаю, правда, я не знаю, почему они все в один дом жмутся. Это очень глупо как-то. Но это факт. Так, ты кто у нас? Agricraft Villager. Water Chestnut Seed. Но они что-то изумрудов просто тратят невероятное количество. Интересно, ребят, насколько... Как вы думаете, насколько мощная снежная стена в этом городе? Она реально из снега сделана. Это просто снежная стена. Дорогу Арду. Так, там ничего интересного нет. Естественно, мне надо эту деревушку, ну, по чуть-чуть как-нибудь разорить. Но она очень странная. Я думал здесь остановиться, но, блин, здесь ребята сумасшедшие какие-то. Они постоянно двери ломают. Они все пытаются в одну и ту же дверь как бы при того самовать. То есть я уже не думаю, что я здесь останавливаться должен. Вообще, причем не думаю. Tangle of Dog. Если я в ад пойду, я этих языков добуду себе просто невероятное количество, поэтому как бы нет. Меня больше всего прет, что я заработал себе адский нарост. До похода в ад вообще. Его-то и в аду-то сложно добыть, там надо крепость сначала искать все дела. А просто так на халяву получить, это, ну, вообще, это шик. Это просто башня. Ради башни. Башня ради башни, все нормально. Так, это обычный дом, это не то. Блин, они здесь как-то вниз спускаются, здесь шахта целая долбаная. Здесь стрёмно как-то. Вот здесь вот уже стрёмненько становится, честно говоря. Так, давай в эту сторону тогда пойдем. Ага, еще один тинкерер. Так, где у тебя дверь? Давай камень тогда будем использовать. Чувак, отойди. Отойди. Уйди, 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 уйди. Ах, тинкерер, просто уйди. Спасибо. Он хочет к себе домой попасть, это прям явно. Их тут двое. Так, что у меня здесь есть? Что у меня есть, во-первых, в чатике? Стена уровня Великая Китайская. В этой башне сундук, правда? Окей. Здорово, FireRide. Какие в этой сборке самые глобальные моды? Industrial Craft, Драконик и так далее. Obsidian Shovel. Забавно. Слайм биндинг уже понял. Bone Pickaxe Head. У каменной дюрабилити побольше будет, но скорость копания ниже. Вот в чем хрень вся. Так, а здесь у тебя что будет? Bronze Sword Blade. Cooper Shovel Head. Flint Axe Head. Bronze Binding. Так, стоп, стопы. А я могу тебя просто растовосамывать? Ну-ка. Если я просто в тебя добавлю вот эту хрень. Можно так сделать? Нет. Угу. Окей. Ну, видимо, больше здесь ничего не надо. Так, в башне, говоришь, сундук есть? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, Вафель. Где? На самом верху? О, да, реально. А меня Гуард за это не будет бить? Нет. Оу. Not bad, not bad. Это мы сейчас оденем, это спасибо. Прикольненько, я не знал, что здесь действительно сундук есть. Подожди, а в крепости, получается, тоже сундук был, правильно? Надо было им пользоваться, жаль. Так, дальше у нас продолжается приключение наше... Оп, тихо, на льду проскользил. Ага. 7 стики пистонов за год... Серьезно, блин. Так, здесь тоже ничего интересного нет. Что-то я надеялся, что эта деревня будет как-то более эффективной для меня. Вот так вот скажем. Так, книжки можно добыть. 2 стака книг, я думаю, мне вполне себе подойдет. И я на этом, наверное, даже успокоюсь. Возможно. Так. И, собственно, последний домик. Он мясницкий. Окей. Очень странная деревня. Вот правда, от слова совсем странная. Ну, да ладненько.
Кузнеца нету. Вот что я заметил. Слушайте. А как же кузница? Стопэ. Здесь кузницы нет. Самое эффективное, что я всегда во всех деревнях находил, это, блин, кузница. А здесь ее нет. Оп. Ай, не попал. Бывает. Так, с крепости нет вроде, да? А, ну тогда ладно. Тогда я спокоен. Что я ничего не упустил. Так, ну что ж. Окей, жиж. Так, куда мне дальше надо идти? Так, я не туда иду. Ага. Сюда? Нет. Так, я не понял. Вот, вон туда мне дальше идти надо. Окей, жиж. Пока полетать я нигде не могу, но, по крайней мере, пройду-то дальше, это факт. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блин, так интересно изучайся. Кушак, советую остаться. Здорово, не хочу. Поверь, это не первая деревня, я думаю, не последняя даже деревня, которую я встречаю, поэтому оставаться мне пока не очень сильно хочется. Я хочу попробовать найти себе камильфо место для своего домика сначала. Потом разведать все вокруг него и понять, это реально камильфо место или нет. Но фишка в чем? Я, походу, попал все-таки в очень-очень-очень большой биом зимний. Вот, потому... Да, это действительно очень-очень-очень длинный зимний биом. Хотя, если я полечу вон туда вот примерно, возможно, он там кончится. Или нет. Так, стоп. И... Фишка в чем? Я сейчас на скалу заберусь. Оттуда... Эх, не долетел. И оттуда сейчас попробую спланировать куда-нибудь. Одно смущает. Может, действительно уже... Блин. Разбега не хватило. Может, действительно себе сумку сделать? А то у меня вещей в инвентаре как-то много. Сумка. Хватит спамить, Кать. Я же думал, сделать мне сумку или нет. Как скачать... Где твой скачать Майнкрафт можно? Смотри, нажми... Точнее, набери восклицательный знак Майн. Там будет ссылка на сборку... Точнее, ссылка на сам этот... Та-ра-та-та-та. Sky Factory. Вот. Там будет ссылка на Sky Factory, но попутно там будет ссылка на FTB Launcher. И в FTB Launcher ты можешь найти Infinity Evolved. Надо, кстати, наверное, изменить. Ссылочку все-таки будет. Хотя нет, зачем? Просто восклицательный знак Mine, и тебе ссылка на FTB найдет, будет, да? А в FTB-шке ты уже сам разберешься. Какие моды тебе хочется? Просто посмотри там все FTB-шные моды, которые вообще сами по факту есть, да? И выбери для себя подходящий. Может, тебе не нравится Infinity Evolve, может, тебе там Skyblock понравится. Infinity Evolve, Skyblock. И так далее. Так, это еще один вулкан, который течет, блин. Слава богу, не на меня. Но я хочу попробовать забраться на него повыше, да? И просто с него Оп. Такс. Оп. Я чувствую себя иногда Индианой Джонсом. Не дает. Изи. Такс. Оп. Ой, тут лава уже. Блин. Так, раз, и два, и три, и четыре, и пять. И все. Так. Оп. Есть. Оп, лава рядом. Я понял. Ей, я забрался на вершину вулкана. Уху! Я король мира! Пора отсюда сплавляться. Уи! Ледяные пики, да ладно! Охренеть! Вот они, ледяные пики слева от меня проплывают, зашибись. Снизу какое-то странное растение зеленое посреди снега. Такс. Ну, ледяные пики, это, конечно, хорошо, но они мне пока что нафиг не нужны. Так, а дальше продолжается, собственно, лес. Лес. Главное не воду, блин. Ну, почти удалось. Так. Я в итоге на Ice Plains, и, походу, они все-таки очень долго длятся. Так. Ладно, ладно, вот. Вот так вот. Поменяй немного описание в команде. Я про Sky Factory. Я думал об этом, Кигисо, да. А твоя сборка Майн как называется? Посмотри название стрима. Там вот написано точное название сборки. Потому что называется оно Infinity Evolved, но я боюсь, что ты можешь неправильно написать в поисковике, если ты это через поисковик соберешься искать.
Поэтому просто в названии стрима скопируй, ну, либо, ну, посмотри, как оно, да, номинально называется. Уи, пыньк. А, слушай, это кусты, вот что это такое. Малоберия, что? Мало ягод? Мало ягод сец. Стайлинг. Забавно. Ну, я боюсь, что еще одни кусты мне нафиг не нужны. Хотя, лично для коллекции, черт его знает. Может быть и надо, если я сюда вообще не вернусь больше, да? Возможно, кусты и надо собрать. Не работает, не работает, не работает. Такс. Вот Хигису нормально отвечает, да, Дриада. Ребят, не надо спамить, это очень неприятно и очень глупо. Будьте нормальными людьми. Ну, даже если вы как бы не великовозрастные, просто адекватными. Можно вполне себе быть адекватным не великовозрастным чуваком. Так, я думаю, каш бассейн мне не нужен нафиг. Я соберу вот сейчас эти вот это вот ням-ням-ням-ням-ням. Слушай, а разве пасеку нельзя было открывать? Хм. Мне казалось, что пасеку можно было открывать и пихать туда пчелок разных, например. Это вроде что-то на грани сознания, я такого помню, что так можно было делать. Но я сейчас вообще не уверен в этом. Кому ссылку в PM лаунчер дать? Так, просто напиши восклицательный знак Майн. Там будет ссылка на лаунчер. Но если сам кому-то хочешь PM дать, я же... О, так, гоблиновское место, еще одно. Оп. Ай. Такс. Здесь, по-моему, был сундук, но в прошлый раз в этом сундуке была сплошная хрень. Интересно, что в этом сундуке в этот раз. Здрасте. Ага, не меньшая сплошная хрень, я понял. Блин, а у меня инвентарь забит весь абсолютно. Просто жуть. Абсолютно забитый инвентарь. В принципе, мне даже выкидывать нечего. Я могу гравий выкинуть на всякий-всякий, но этого делать как-то не очень хочется. Я не знаю даже почему. Не, блин, а почему я не могу гравий выкинуть? Выкинь гравий. Не совсем лицензионный. А-а-а. Это на... Нет, понимаешь, вот смотри. За разговоры о нелицензионности игр, в принципе, Twitch может мутать и банить каналы. Я прецедент знаю, да? Поэтому называй это альтернативная лицензия. Это абсолютно четкое, грамотное название того, о чем мы все знаем, да? Это просто называется альтернативная лицензия. Вот. Чтобы, ребят, чтобы знали так на будущее, да? Потому что, действительно, Твичу очень не нравится, когда здесь играют в пиратки, и если ты об этом в открыто говоришь... Я открыто, например, говорю, что я пиратов не осуждаю, но и не поддерживаю. Я сам не пират давно, но как бы осуждать я не собираюсь никого, да, по поводу пиратства. Потому что я прекрасно все понимаю, потому что игроделы охренели создавать игры ни о чем по 700, по 800, по 2, по 4 тысячи рублей. Вот, но разговоры об этом именно в открытую, то есть типа я, мол, играю в пиратку, бла-бла-бла. Это на Твиче очень сильно не поддерживается. Вот. Потому принято название, я не знаю, я вот Туза услышал в свое время еще давным-давно. Это просто альтернативная лицензия. Вот. Просто не у всех есть лиц Майну уже с Варгани или ломаный ФТБ. Да не, Хигисо, я же говорю, я не против. Мне Майн подарил в свое время друг очень-очень давно, но Майнкрафт тогда стоил 450 или 500 рублей. То, что сейчас Майн, ну, Майн же выкупили у Ноча, да, за 2 миллиарда, по-моему, баксов. Вот, и то, что он сейчас стоит долбанные 2000, это ребор. Это правда ребор. Можно рекламу моего начинающего канала? Оп. Считай, уже дал. За 1700 дези, ну вот это, да, это тоже бред какой-то. Такс. Оп. Ребят, на будущее, если хотите показаться умными и попросить рекламу канала, просто пишите, можно ли рекламу. Смотрите, еще один Eldritch телепорт. Я к нему настолько не хочу подходить, что прям вообще. Что-то мне кажется, что это как... Я думаю, что мне туда еще рано. Настолько, насколько это может быть рано. Мне снова встретился этот долбанный грибной биом. Блин, он уже реально запарил. Мне хочется нормальный мир себе найти, а мне долбанный грибный биом встречается.
Дайте мне нормальный мир, чтобы я в нем, блин, пожил. Так, грибной лес. Уп. Уи. Оу, джунгли! А джунгли это значит арбузец! Если в этой версии Майна в джунглях растут арбузы. Я не помню, когда арбузы начали расти в джунглях. С какой версии Майнкрафта? Я не уверен, что в 1.7.10 в джунглях арбузы таки росли. Вообще причем не уверен. Кстати говоря, а я же могу забраться высоко-высоко на дерево в джунглях и оттуда, мол, сделать. Правильно? Еще один обсидиановый обелиск. Я даже помню, что я эти обелиски раньше встречал, но я не помню, для чего они. Но я помню, что я их раньше реально встречал. Они что-то вроде там крафтовые, то ли энергетику давали, энергию, то ли еще что-то, хрен его помню. Послушай, мистик, в смысле? Там саркофаг Таумкрафтик уже прошел. В смысле? Ну, я такие адекватные маленькие пирожок. Хрен тебя знает, реверсерс. Тебе 25 по голосу все трит. Ты не поверишь, насколько я могу свой голос менять. Ты представляешь, если бы я вот таким вот голосом вел бы стрим? Это просто был бы пипец. Поэтому такое. Скажи что-нибудь брутально. Варк! А, эксперт режим и не стал заморачиваться... Или не стал заморачиваться? Вообще не стал. То есть, я теперь знаю, что есть такая штука, как эксперт-режим, и я знаю, что он вроде как усложняет крафт. То есть, поверь, я в моденный Майнкрафт играл только в Sky Factory, и мне было норм. Вот, я первый раз узнал, что есть какой-то экспертовый режим, я попросил сказать, что он делает, мне сказали, что он делает крафт сложнее. И я просто сказал, и нахрена это? Ну просто вот реально, для меня как бы... Я не могу сказать, что я уже новичок, потому что, ну, все-таки в Skyblock-то я поиграл, точнее, в Sky Factory. Я поиграл нормально так, да? У меня... Сколько у меня часов в Sky Factory ушло? 80? 90? То есть, много. Это то, о чем я думаю? Это реально то, о чем я думаю? Это реально храм джунглей? Во-первых, деревня слева, вижу ее. Да, это реально джунглевый храм. Я его не... Блин, я его даже в обычном майне не видел. Я сейчас просто мимо путешествия нашел джунглевый храм. Охереть можно. Так. Ну-ка, давай попробуем его по-честному пройти. Так. Сейчас я попробую его по чесночку проходить. Так. Ага. Где? Я помню это дело. Ага, вот она. Тут еще, по-моему, одна должна была быть. Вот она. Я прекрасно это дело помню. Сафари нет, сингл юз, арроу. Я не знаю, нужны ли мне диспенсеры, блин. Флопик. Блэк Лотусы. Короче, ничего интересного. Так, окей. А здесь теперь? Ну-ка. Оп, открылось. А, я только не помню, на каком этаже эта штука открывается. По-моему, на верхнем. Да, вроде как наверху она открывается. Где? Блин, я забываю, где эта штука должна открываться. Здесь фишка в том, что есть еще одна секретка. Она открывается вот этими рычагами. По-моему, она где-то здесь. А, вот она где. Или нет? Нет, показалось. А, где ж ты, блин, открываешь это, ё-моё? Я забыл уже совсем. То ли здесь она где-то открывается. Черт, вот серьезно, вот я бы помнил. Я не помню, что она делает еще конкретно. То есть, где она открывает блоки? Блин, я боюсь, что если я буду по-честному проходить, я здесь надолго останусь. Так, ну-ка. Вот, видите? Вот где она все открывает. Только я не помню откуда.
Здесь куча липких поршней, которые очень прикольные. Вот, видите, надо... Вот так, ну-ка. Вот, я отодвинул. Дальше снизу. Вот, 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 вот. И вот сюда проходик должен открыться, мол. И здесь будет тоже вот бронзовая... О, бронзовая бронька. У меня, по-моему, не было. Забавненько. Так, не то. Я даже не знаю. Блин, липкий пистон это... Ой-ой-ой-ой. Оп, спать. Липкий пистон это прикольно. Но такое себе. За что? За рекламу горлом. Все очень просто. Копать. Лерка, не спамь. Фыр такой быть. Там ловушки же не забывай. Да, я помню. Так, а теперь вопрос. Где была деревня? Там. Деревня, по-моему, была где-то в районе туточки. Туточков. Так, тут, конечно, цыпочки. Во-во-во! Эй! Это как-то не деревня даже, что ли? Это что за фигня такая? Во-первых, на мицелии, да? Мицелиум, и тут как бы такая... Нет, это не деревня, это два дома! Слэш, а где моя деревня? Почему здесь всего два домика? Кстати говоря, сюда ничего не добавляли, я так полагаю, да? Да, здесь ничего нет, здесь просто как бы такая... Недодеревенька. Так, и мне надо куда-то туда через джунгли пробираться. Уи-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 
чатик посмотреть. Горлом, ты, видимо, не понимаешь разницы между... Короче, я просто тебе уже сказал, как тебе надо было делать. Пожалуйста, перестань мне писать в ПМ, или я тебя в ЧС добавлю. Вот и все. Я же просто сказал, если человек заходит на канал и спрашивает, можно ли мне порекламить мой начинающий стриминговый канал, это ты уже рекламишь свой начинающий стриминговый канал. И это как-то очень не камильфо, когда ты заходишь к одному стримеру, чтобы рекламить свой канал. Это... Если не говорить матом, то это блинство. Замените сами. Вот. И вот за это блинство... Я не знаю, как люди сами себя мразями после этого не считают. Я лично, честно говоря, не понимаю. Вот просто не понимаю. Как можно после этого не считать себя... чудаком. Вот. Мне не понять, правда. Потому что если бы я пиарил свой канал на канале других людей каких-то, которые стримят, например, ту же игру, я бы сам себя чувствовал уродом, потому что номинально я отбираю людей у этого человека. Который, ну вот, в моем случае я, например, сам с нуля развиваюсь, да? Есть пиарщики и так далее и тому подобное, но я говорю чисто вот в моем случае, да? Амарант. Прикольно. Там, кстати, остров посреди ни хрена есть, он слизняковый. Амарантовое дерево, я даже не знаю, что... Блин, можно попробовать добыть одно деревце и посмотреть, что с него есть. Стрелы выкинули. Что ты... Ох, ни хрена, у него красивый срез. Hardwood. Блин! Оно невероятно красивое, я хочу себе это дерево. У меня из него будет пол. Когда я себе буду делать дом, у меня из этого дерева, блин, будет пол. Потому что оно невероятно красивое. Это реально вот просто круто. My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. И что такое? Beehive. О, это улей. Джунглевый только. Забавненько. Уи. Еще один амарант. Такс. Оп. Секундочку. Небольшое прерывание в нашем квестовом путешествии. Эть. Ради амаранта. Эть. Класс. Тун-т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 ун. Амарал. Вот не надо про амарала здесь, а? Амарант. Амарант, да. Амарала здесь нет никакого, Хигиса, не надо тут этого. А, это не Хигиса, это Лерка начала. Но Лерка как обычно. Здорово, Jesus Voice. Блин, вы не представляете, какой я сейчас кайф ловлю от того, что я просто путешествую по миру. После Sky Factory, блин, как же меня это доставляет.
Просто побегать где-нибудь ради всеобщего нихрена. Поиска места базы, неважно. Я свободен. И так далее. И т.д. по тексту. Просто это реально по кайфу. Такс. Ать, мем. Ать. Так, с коровкой это хорошо, конечно. Уи. Оп. Уи. Тихо. Уи. На улице что-то громыхает. Походу снова будет шторм, дождь, гроза, распи-пи-пи-пи-пи. Угу. Это что такое? Тин Гравел Ора. Ага, это уже тин. Забавно. Мне он не нужен, но это забавненько. Я не знаю, сколько я буду через эти джунгли, мать его, пробираться. Даже через Ice Plains было пробираться намного проще, чем через эти джунгли. Амарант. Так, ребят, сейчас я ребенка забаню, который не понимает по-хорошему. Ага. Такс. Оп. Ач. Такое. Маргиналт. Нет, это должна быть руда тогда, Лерк. Это должен быть маргиналит. Я считаю, что если с маргинальностью должно быть что-то связано, это что-то должно быть руда. Вот, поэтому ты должна добывать маргиналит. И за счет него что-нибудь делать себе. Опа! Что? Это что такое? Амаранце... Оу! Амаран сопли! Хочу ли я себе амарантовые сопли? В принципе, да, но вместо чего? Господи, у меня вся спина оказалась мокрая, я думаю, чего мне так холодно? Так, ребят, буквально пару минуточек, дайте я футболку переодену, и вот. А то со спиной свалиться было бы ни хрен... наоборот, нехорошо, вот. Не проще с него росток выбить? Проще, фактически, но такое. То есть, понимаешь, я росток выбил даже не с него. Умудрился. Я не знаю как, но умудрился. Почему я пытаюсь использовать даблджамп? Интересно, откуда у меня привычка даблджампить уже? Это очень странно. Так, давай все выше и выше и вы. Что-то вроде. Тихо, тихо, тихо. Он иногда очень странно. Он иногда сразу закрывается. Знаете, глайдер этот. Так, еще супчику. Да, шаг крутой стример. Да нет, ты че, какой мне крутой стример? Будь я крутым стример. Не, ну тут, знаешь, тут такое. Некоторые считают крутостью возможность. Маты и оскорбления стримеров, когда ты, типа, от этого бомбишь. Вот, допустим, да? Либо возможность, когда ты стримишь хорроры, стримишь с вебкой, ты пугаешься на камеру, и люди считают, что это крутой стример, потому что, ну вот тебе чистые эмоции, да, перед глазами, пожалуйста. Некоторые любят ламповые стримы. Я стараюсь свои стримы делать такими теплыми, милыми и ламповыми, просто потому что. Потому что мне хочется хоть какое-то место, где я буду морально отдыхать, да? А не разлагаться, например. Вот. Я стараюсь делать стримы свои именно такими, поэтому, если тебе нравится чисто вот такая вот, такой концепт стрима, вот так вот скажем, то окей, спасибо, я для тебя буду крутым стримером. Спасибо и на это. Да. Ты на глюка похож. Это комплимент или нет? У меня такой вопрос. На какой глюк я похож в итоге? Смотря с чего, ты знаешь, приходы разные бывают. Смотря с прихода, от чего я на глюк похож. Если под ЛСД, то я хотя бы красочный. А если там упороться в чем-нибудь другим, то тогда что-то как-то... Ау, не камильфо. Вот сейчас что-то парашют... Не парашют, а глайдер мой не раскрылся. К сожалению. Блин, джунгли, докончитесь уже, ну пожалуйста. Это просто пипец какой-то, это бесконечные джунгли. Я здесь останусь навечно. Я здесь сдохну и замумифицируюсь. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу! Оп. Тихо, я не хочу мумифицироваться в джунглях. Я хочу выйти отсюда. Не пойду больше в джунгли, ну их нахрен. Я просто буду в сторону их обходить. Такс. Дальше все еще джунгли, и впереди тоже джунгли.
Господи, отстаньте от меня уже. Вон там высокое дерево. Короче, все. Короче, я забираюсь на дерево и просто валю с него. Так, высокое дерево. Я иду на тебя забираться. Бойся. У-у-у, высокое. Слушай, высокое реально. Так, блин, как бы на него забраться еще по-русски, чтобы было? По-русски, в смысле, блин, хотя бы забраться, да? Так. Оп. Не забрался. Так, так, так. Тихо. Ну, давай, 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 давай. И ты же можешь наверх, я же знаю, блин. Оп. Давай, 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 давай. Хорош. Отлично. Ага, мне еще и поспать надо сейчас будет где-нибудь. Боже мой, тут везде джунгли. Насколько глаз хватает везде джунгли. Ну, я попал. Сейчас поспим, ребят. Я только сейчас понял, насколько я попал. Сейчас, когда будет следующий рецепт, а то колбаска была вкусная. Номер, смотря какой рецепт ты хочешь. Шоколадная колбаска, да, я не спорю. Отличный рецепт, тем более, когда он выверен, да? Когда она получается реально нежная. Блин, какой рецепт ты хочешь, в принципе-то? Мне сейчас не очень комильфо готовить, у меня... Короче, по личным причинам пока что у меня пропало желание готовить. Я думаю, что оно достаточно скоро должно появиться обратно. Я знаю, почему это происходит, но просто говорить об этом не комильфо, понимаете? Вот. Это не болезнь, не волнуйтесь. А то что-то я подумал, это звучит как будто как-то да. Вот. Значит, такие пироги. То есть готовить, в принципе, я могу продолжить. Вопрос, чего вам хочется, чтобы я приготовил? Потому что у меня-то рецептики свои еще есть. Что-нибудь из мяса, что-нибудь из выпечки. Кстати, если выпечку любишь, а если не против заморочиться, посмотри, у меня на странице ВК хачапури по-аджарски. Великолепный рецепт. Просто изумительный. У меня мама его любит, я специально для мамы его по праздникам готовлю. Потому что, знаешь, иногда такое, блин, вот все одно и то же, а вот хачапури по-аджарски. Вот когда вот такое вот слышишь, понимаешь, вот реально такое аж гордость берешь, что действительно родным нравится, как ты готовишь. Это прикольно. Уи! Валим отсюда! Валиум! Вы посмотрите. Да же! Господи, сколько могут длиться джунгли? Просто сколько можно жрать, блин! Жесть. Так, я думаю, что. Нежная шоколадная колбаска, шака, черт, шак-то. Блин, Лер! Фыр тебе! Кусок-то пошлости. Так, ребят, я понял, мне нужно просто что-нибудь более суровое. Ну-ка. Family Jill Summon X, сюда иди. А давайте с чего-нибудь... Вот. Я думаю, вот так вот нормально будет заходить. Посмотрим, может быть, с помощью музыки Super Meat Boy я сумею отсюда выбраться. Блин, еще один телепорт. Нет. Я не хочу к Элдричам идти, ну их нахрен вообще. Понимаете, просто, если я умру, я потеряю вообще все, что я нажил. Да ладно. А, это грибной остров, твою мать! Слушайте, а я случайно не обратно пришел, а? Я мог запутаться в джунглях и прийти обратно, интересно. Потому что я сейчас иду на минус Z. Я иду на плюс X, но на минус Z. То есть, я шел тут... Я, походу, обратно пришел. Капитан ориентирование! Уху! Всегда с вами, только у нас только для вас. Не-не-не, я не пришел обратно. У меня не было 5000 блоков по иксу, но тем не менее. Такое чувство, как будто я реально пришел обратно, просто потому что здесь то же самое, блин. Здесь грибной остров рядом с джунглем, но по крайней мере я не в джунглях, это уже хорошо. Я ж благать готов, насколько это прикольно. Это гребаный океан. Серьезно, блин? Океан? Твою мат. Тун-тун-тун-тун. Пока Mushroom Island. Deep Ocean, да, блин, я к океану вышел. Ох, черт. Это плохо. Очень-очень-очень плохо. А если идти в противоположную сторону от океана, то там гребаные джунгли. Гребаный океан или гребаные джунгли? Вот это выбор. Вот это я понимаю. Майн троллит шаг, это жопы, а не майн этот. Вулканчик бы хоть какой найти, не знаю. Пускай он сожжет эти джунгли к чертям собачьим.
Он спецом храм пропускает? Нет. Что, там еще один храм был, что ли? Блин. Честно говоря, не спецом пропускает, но ты понимаешь... Это что за херня? Я что-то к этому как-то опасаюсь подходить. У меня инвентарь полный, понимаешь? Я в храме ничего полезного там не встретил вообще. Коль, ты реально надоедаешь. Не надо так. Так, выше. Сейчас, Кать, секунду. Зато астероид АЕ-2 нашел. Не, ну это факт, конечно, да. Астероидец я в итоге нашел. Так, шаг нажми Джей, посмотри на карту. Кстати, ну не Джей только. Не, смотри. Не-не-не-не-не, я все правильно прошел. Это просто гребаный остров, который длится. Не, стоп. Вот, длится. Ну-ка. Не, смотри. Вы посмотрите на эти джунгли. Я прошел вот отсюда. Вот сюда. Не, я еще не кретин, да. Я вполне себе ого-го. Так, только что это такое? И это еще один метеорит. Как я его пропустил? Стоп, там еще один метеорит, оказывается, был, а я его пропустил. Оп. Так, это интересно. Так, еще один метеорит. Метеор, ну-ка, нью. Метеор 2. Сейф. Возможно, мне это понадобится. Возможно. Я не знаю, как его пропускаю, я просто сейчас на карту посмотрел. Блин, что-то как-то необычное образование на Земле. Хм, блин. Там два храма ты пропустил, да? Ну ладно. Ты понимаешь, когда вокруг меня джунгли, я становлюсь немного таким... психом. И стараюсь только... Вот лишь бы выбраться из джунглей, все. На все пофигу, дайте просто из джунглей выбраться. Так, а в итоге, что вот там за хрень? Мне прямо интересно. Всегда можно в эти храмы вернуться. Окей, если они на карте зафиксировались, тогда ладно. Че вот это вот за херня такая? Это очень похоже на сенового голема. Что это такое? Хайбел. Майнкрафт, блин. А это пшено! Это хреновина пшеничная. Такс. Да, это по 9 пшеницы. Ох, как же тяжко жить на свете. Ладно, минус картошка. Ну и нафиг тогда. Пшенички я сейчас себе добуду. Если... А, здесь нельзя делать тосты. Слушайте, я хочу себе доп-мод поставить. Я не знаю, как он будет с Майнкрафтом работать. Помните мод, который... Как его? Жральниковый мод, короче. Где куча еды. Всякой. Вот я хочу этот мод себе поставить, потом... Я не испугался, нет, ни разу. Я вообще этого не ожидал. То есть вот... Я от слова совсем этого не ожидал. Меня ж дрожь пробила нахрен. Стремно. Да, чуть-чуть. На полшишки. Чуть-чуть, капельку, стремно. Вот. Шок Индиана Джонс, типа того, Дарк Варио, здорово, Дарк Варио. Поехавший браток, о, здорово, браток. Сделай себе сумку. Блин, ладно, как? Как, мать его, сделать? Деревня, хорош. Это уже хорошо, как сделать себе сумку? Одейсус. Как она называется, чем ее едят? Так, деревня, джунгли, не хочу рядом с джунглями. Я ее растара-та-та-та. Но, по крайней мере, да, это есть деревушка, здесь есть... Есть ли здесь еще адский нарост? Агрокрафт Вилладжер. Шугаркейн Сидс. Со 43 эмералда ты, блин... Шутишь. Подожди, здесь есть чай даже. Здесь же должен быть этот жральниковый мод, по идее. Обожаю эту часть музыки, прям фыр. Так, ладно, кузница. Кузница. Так. Вандин Бутс, протекшн 0, зашибись. Обсидиана, круто.
Pale of Ashes, я не уверен, что он мне нужен. Pulsating Iron тоже. Crowbar. Right click while sneaking to link cards. Привет Фрибну. Я могу просто лом себе вместо меча взять. Правда, у него чуть меньше атака, но, блин, почувствовать себя Фриманом, это, блин, бесценно, наверное. Я бы взял еще обсидиан себе, но пока что не. Все. Я теперь Гордон Фриман, почти. Только в бронзовой броне, в железных штанах и с ломом. Он уже стоит, чекни. Так я же пробовал, только здесь, например, нету, наверное, не знаю, чизбургера. Чиз. Вот, видишь? Или это как не так пишется? Как я это мог проверить, господи? Как я это проверял? А, порк. Допустим, порк. И, допустим, ПКМ. А, нет, вот он. Pumps Harvest... Он разве стоит? Harvest Craft? Да, слушай, А чё его тогда так мало? Чё-то я не понял. Я же проверял уже, я же не просто так от балды взял, что его нет. Я, по-моему, проверял, и чё-то мне в нем не понравилось. Он немного, скажем... А, я понял почему. Я нажал Shift на еде, и я не видел, сколько она восстанавливает. Понимаете, нажимая Shift, раньше, как в Sky Factory, я Shift нажимал, и видел, сколько восстанавливает в итоге еда. А здесь такого нет. Просто этот мод на тосты, смотри повнимательнее, просто пережора нет. Ага, понял, спасибо. Самая лучшая сборка, это та, которую создал сам. Ну, ты понимаешь, ты можешь себе имбанутую сборку, например, создать. Это будет уже не очень. Бэг, точно. Ну-ка, баг. Вот этот Golden Bug, я помню. О, его создавать можно, забавно. Так, его можно создавать. Как я еще баг могу сделать? А все, то есть он создается только с помощью алмазика? Или вот пластик баг? Нет, тоже не то. Тут просто нет Apple Core. Ай-яй. Shift это другой мод. Блин, очень хочется, короче, вот этот мод на Shift себе добавить, да? И очень хочется себе... Да, еще один алтарь. Ё-моё, сколько же их померло. Еще хочется себе очень сильно добавить, знаете что? Как его обзывают-то, ё-моё. О, так лучше, чем бежать. Посмотрите, намного быстрее даже получается. Хочется добавить себе... Я снова забыл... Короче, ё. Я думаю, те, кто меня достаточно давно смотрит, знают, что я хочу себе добавить, да? И потом в итоге мне снова подскажут, какая-то хрень называется, но я хочу себе добавить... Ох, нихера себе, что я вижу? Я вижу деревню, какой... Сколько... Это конюшня? Овца... Это овцеферма? Это НЛО? Чиц... Ох, ёпы, перный театр. Так, какие, ребят? Я вижу вход? Да. Я знаю вход, я вижу ориентир. Так, ну-ка, Вафель. Во-первых, кирпичное здание. Блин, а вот это уже неплохая деревушка, в принципе, получается. Даже где-то лайкет. Внешне она мне уже нравится. Лишь бы здесь жители были не придурками. А такое иногда бывает. Так, что ты есть такое? Это рельсовая станция. И здесь, да, хрена рельс. Инженер, что? Protection against dangers of track walking. Вау. Здесь даже такой рейлкрафт это. Вот что это такое. Офигеть. Ну это реально офигеть. Рейлкрафт какой-то. Вейнманер, вот, точно. Я иногда забываю. Бэкпак. Ну-ка, бэк. Ага. 125 слотов? Чё, в натуре? Ага. My god, it's that amazing. Спасибо за фоллоу. Так, стоп. Вот, это делается из железа, шерсти и веревок. На 15 слотов. 45 слотов, 15, 45 слотов, уже не то. А, вот на 45 слотов. Не, на 15, вру. 15, 125, 15, 45.
15, 45, 15. Короче, нужно 2 бревна, нужно 2 шерсти и нужно 4 веревки. У меня такого богатства нет, к сожалению. Из храма из джунглей можно было... О, кстати, вместо 2 бревен можно 2 трака использовать. Ну, такое. Это тракмен бэкпак. Короче, мне это пока что недоступно, но возможно будет, но пока что нет. Блин, во-первых, это Railway, это, бля, прям прикольно. Нет, я не матернулся, я хотел сказать, прям просто бэд сказал случайно, я извиняюсь. Так, это что такое? My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Seed Analyzer. Охренеть. Рутабага, это что? Это поливалка? Спринклер теперь так... О, господи, это охрененно. Во-первых, это огромный город. Вот смотрите, это уже... Забавная непись. Это уже не деревня, это какой-то реально уже большой достаточно город. Получается. На фоне музыка из Майна даже заиграла где-то. Это забавненько. Прям в тему, так скажем. Так, что здесь еще есть интересного в деревушке? Это правда большой город. Это не деревня нахрен, это реальный город уже. Так, не то. Опачки! Хей! Я извиняюсь за вот такое вот добывательство, но мне свое смелтери придется делать, и пока я могу себе... А, у меня уже 64. Давай 3 печки выкинем. Ладно, без печки я пока переживу. Там была Тардис, вот... А что? Шак, оставайся в этой деревне жить, живи тут. Сумки в Соростере только по назначению идут. А это я понял, да. Это как Вовки, блин. Шаг, шаг, там синяя будка, там Тардис, шаг. Да нормально, забей, Лерка, это немножко другое, я так полагаю. Это шапка же просто, это просто шапка синей телефонной будки, если ты про нее, конечно. Возможно, я буду жить рядом с этой деревней, потому что деревушка хорошая. Меня жутко бесит этот мицелевый остров, правда, вот уже прям фыр раздражает. Но деревушка очень-очень хорошая. Тардис, блин, ребят, откуда это, скажите мне, потому что я не в теме. Если это из... Почему-то мне кажется, что это из Игры Престолов. Я не знаю, почему мне так кажется, но я-то Игру Престолов не смотрел, поэтому я не понимаю этот прикол. Да, вон там синий телефон и будка из Англии, блин. Это мод на шапке? Да не, это-то понятно, ты не понял. Я имел в виду, откуда Тардис-то сам. Что есть Тардис? С чем едят Тардис, я не знаю. My god, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Так, тоже ничего интересного. И оп. Вы посмотрите, она еще дальше идет, походу. А, нет, жестянка, все, слава яйцам. Так. Ага. Подожди, шерсть есть. Если я сгружу пока, ну, допустим, Dark Steel, возьму шерсть. Шерсть нельзя в веревки превратить. То есть для бэкпака у меня есть шерсть, но у меня нет веревок. Доктор кто? А-а-а, окей. Ребят, я же не знаю, почему не. А, доктор кто, доктор кто? Ага, окей, Зюш. Доктор кто, доктор кто, доктор кто, Зюшак? Так я его тоже не смотрел. Ты же знаешь, Летка, я не смотрю сериалы вообще. Забери кропсы с того дома сит аналайзером. Я думал об этом, но у меня пока местов нет. Местов кончились. О, Тасмит здесь. Здорово, Тасмит. А, ты уже здесь была, мы с тобой здоровались давно, видимо. Ну ладно, все равно привет еще раз. Это синяя будка, в которой доктор кто путешествовал. Прикольно, ну ладно. Сейчас бы словить яйца в 2016-м. Почему бы и нет? Я же хочу себе, ну... этих курочек, цыпочек потом фармить, правильно? Так, по-моему, ночь? Нет, ну, нет, не ночь. Так, что здесь есть? Секунду, я отвлекся немножко. Кактус пикэкс? Нет, стоун пикэкс? Нет. Здесь, видимо, не будет никогда ничего так...
My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Вы слышали этот гром? У меня даже дождя на улице нет, просто молнии бьют около дома. А так все нормально, да. TARDIS Time and Relative Dimension in Space. Господи, космический корабль и машина времени. Прикольно. TARDIS это TARDIS. Это крутая сборка? Да, посмотрим. Я тут давно, но мне не здоровье. Так что привет. Здорово. Кактус, 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 бронза, бронза. Короче, хрень полнейшая, да. Так, что здесь есть еще из жителей? Подоить, так сказать. My God, is that amazing. Спасибо за follow. Так, секунду, я вернусь немножко назад, потому что, по-моему, я там не додоил что-нибудь. Я не понял, что вот это вот за башенка, я хотел ее проверить. Блин, смотришь так, думаешь, крипер справа, это житель с шапкой, сволочь. Пугают тут всякие меня вообще. Оп, да. Оп, вот, другое дело. Хм. Че это такое? Это просто вышка ради вышки? Э? Wooden water tank. Water tank это. Там воды до хрена, видимо. Окей. Лучше тогда не разрушать ее, ну нафиг. Не надоело напевать My God is that amazing? Нет, не надоело. Я этим напевом приветствую нового человека на своем канале. Поэтому нет, не надоело. Посмотри, сколько у меня фолловеров. Делать я начал примерно с 50 или со 100 фолловеров. Ты представляешь, сколько раз я так уже напел? Но нет, не... Блин, я в Боша играю, мне даже Боша не надоело. У меня там почти 10 тысяч смертей. Я очень терпеливый. Поэтому нет, не надоедает. Я знаю людей, зрителей, которым это надоело, мне уже говорили, перестань. А я такой, нет. И было дело, когда я вот пару раз забывал пропевать, и знаешь, не очень приятно, вроде как, вот ты на стриме, допустим, да, ты на стриме минут там 40. Ты видишь, что каждому встречному напевают, каждому встречному, кто пришел на стрим, а потом тебе не поют. Знаешь, как-то немного обидно становится. Я причем даже людей понимаю, тем, которых обидно становится. Поэтому нет, не перестану. Я буду петь. Вообще всем подряд. Такс. Тем более, что я не вижу, когда кто-то на меня фолловится, то есть у меня не перед глазами сам фоллоу, то есть номинально. Я слышу музыку, я ее пропою, и все. Перед глазами у меня номинально фоллоу нет, поэтому даже если это рефоллоу, я ему все равно как бы дань уважения, скажем так, отдаю. My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Ну и да, я могу делать бредовый голос. И, в принципе, этим голосом тоже приветствовать людей. Такое бывает иногда. Ну, такое. Джесс Вич, ты только не спой, пожалуйста. My God is that amazing. Спасибо за follow. Варк там все дела. Угу. Блин, прикольно иногда голос менять. Я уж забыл, что давненько я этим бредом не занимался. Так, ладно, деревни есть, окей же. Есть мицели, которым я запарил. Деревню мы распи-пи-пи-ри-пи-пи-пи. Поэтому просто погнали дальше. Я хочу найти себе приличную хотя бы равнину. Хотя бы равнину. По-моему, мои желания сбываются. Та-ра-та-та-та, I'm loving it. Ну или мегафон мечты сбываются, это такое же себе. Да, блин, это равнина. Это равнина с обычными деревьями рядышком. Это равнина рядом с огромным городом. Здесь есть лошади, здесь, мать его, еще один упавший метеорит. Охренеть можно. Так, что я еще хочу здесь на этой равнине увидеть? Ага, здесь есть пугало, возле которого я снова должен спилить нахрен спаунер скелетов. Оп, ну или зомби, да. Так, пугало тоже есть, такие безногие теперь чуть-чуть. Еще одна деревня. Это же не та же самая, ребят, я же не лох, правильно? Да, я там карту еще не открыл. Да, еще одна деревня. Ага.
там таран тан. Хей! Ту-т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 у
удовлетворяет абсолютно всем требованиям, которые я могу только придумать к моему месту, в котором я хочу реально жить. Причем это реально, это тоже, это большая деревня, это что-то вроде даже города. И здесь какой-то странный дом есть. Пчелки! У-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Пчелодом с пчелками и с растениями. Ростки, которые я могу выращивать вообще совершенно на халяву. Грейтвуд, Magic Forest рядом даже. Блин! Да это офигенно! Ох, Immersive Engineering House! Та-ра-та-та-та! I'm loving it! Это реально Immersive Engineering дом еще сверху. Обычное дерево рядом. Я пытаюсь сейчас этому найти объяснение. Я не могу. My God, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Так, ну что ж, ребят, мы фактически нашли свой дом. Это просто замечательно. Блин, рядом с упавшим метеоритом, конечно. Я не знаю, как упавший метеорит повлияет на меня. То есть, хорошо это, блин, или плохо это, блин. Здесь же есть у нас прокоп вниз. Так, со всех сторон я плюс окружен грибами. О, здесь есть пещерка, в которой растут кусты. Которые, точнее, могут расти кусты. Я под грибасами со всех сторон, как бы это странно ни звучало. Так. Ну, в принципе, вроде как неплохой дом. Можно посмотреть, какую систему поддерживает FTB 32 или 24. Да. В ФТБшке в самой написано, что желательно всегда использовать 64-битную систему. Она намного стабильнее, она гораздо лучше работает, чем 32-битная и система сама, и Java в частности. Вот, потому, ребят, всем советуют на 64 переходить. Так, где я буду это делать? Это что такое? Сталк Гарден? Окей. Блин, одно смущает, вокруг грибы. Вот грибы вокруг правда смущают. Но я думаю, что я вот здесь вот обоснуюсь. Вполне себе нормальное место. Я к тебе хочу в скайп хочу. Зачем? Это очень странно. Во-первых, ребят, желательно не писать мне ПМ бред. Не очень люблю бред в ПМ. Буду ждать, кстати, рецепты хачапури по-джарски, любимое блюдо как-никак. Так Тасмит, у меня в ВК же на странице есть. Посмотри. Его ждать не надо, этот рецепт у меня уже есть. С аппетитными фотками. Я тебе даже могу его в чат, в принципе, скинуть. Секунду, ребят. Так, это рулет, это кордон блю, это безе, это строганинка, это бальзамик, это чебуреки. О, а вот и хачапури по-джарски. Это сборка только на лицуху? У меня да. По сути, нет. А если я вам рецептики выкладывать буду, я вот думаю торт испечь. Попробуй, Лер, я же не против. Живи в кратере, зашибись мысли. У тебя можно подписываться много раз одному человеку, кучу раз приходит и приходит тебе эта песенка в фоллове. Я знаю, но не в день, понимаешь? То есть это надо реподписки использовать, причем не в один день, а там через день, через два, через три. Тогда такое работает, мол. А вообще нет, это, ну, да, я знаю реподписки, но фишка в чем? Я уже говорил, ребят, что я каждый фоллоу фактически воспринимаю как нового подписчика, да? И если этот подписчик не новый, а это рефоллоу, даже несмотря на то, что я знаю, люди любят, как я пою, и рефоловятся, поэтому... Это как бы очень плохо со мной лично так поступать. Потому что я как бы считаю, что мой канал развивается, приходят новые ребята, а оказывается нет. Это просто какой-то из старичков решил рефоловиться просто так. И фактически мне это делает плохо. Поэтому люди, которые меня в принципе уважают, они не рефоловятся, потому что они не хотят мне сделать плохо. Вот, а так-то, ну, бывает такое, рефоллоу, окей, ну. Так, мне нужна земля. Мне, во-первых, надо поставить сюда кроват,
Чтобы у меня спаун плейс уже был. Да, и поспать на этой кровати. Потом в итоге. Вы не поверите, что у нас сейчас будет. У нас будет строительство дома. Я думаю, вы все поэтому соскучились. Правда, правда, правда. А то домик-то я в Sky Factory не строил. Я дом строил только когда я в ванилку играл. Ванильный майн. Поэтому сейчас мы будем делать... Вот скажите, так, ребят, давайте так. Раз у нас стрим-то еще будет продолжаться, да? My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Раз у нас стримец еще будет продолжаться, время-то всего 3 часа. Я хотя бы до 5 хочу постримить сегодня. А там посмотрим, буду ли я стримить дальше. Вот. Поэтому я голосовалку делаю прямо сейчас в чате, да? Напишите мне в чате, хотите ли вы большой дом мой, ну, примерно мой, да, помните, я себе коттедж грохал, было дело, вот, либо мне построить маленький домик и забить на него, и просто всем заниматься фактически на улице. То есть, хотите ли вы, чтобы я себе грохал коттедж, или хотите ли вы, чтобы у меня был маленький домик? Вот, такой вопрос. Опрос очень простой. Рун, ты откуда? В описании все есть, ребят. Внизу пролистайте, там описание стрима, и там есть вся информация, необходимая обо мне, любимом. Та-дам-дам-дам. Сразу нет? Ну, Кать, тебе, например, не нравится, как я дома строю. Но ты же, может быть, даже одна такая. Мне нравится строить дома, поэтому такой себе. Вот ты голосуешь на нет, такие, но копси для этого не надо совершенно. Копать землю под музыку из батлы. Найс. Вот реально найс. Так, столько мне надо сделать вот так вот еще. Так. Дальше прокладываем. Я сейчас немножко буквально выравниваю землю, чтобы, ну, адекватное место для строительства, да, было. Хоть сколько-нибудь адекватное. А там уже посмотрим. В конце концов, мне это в любом случае, даже если будет это маленький дом, большой дом, неважно. Мне это все надо будет обносить забором. Просто чтобы мне, ну, зомбари по участку там не гуляли, например. А то как бы хреновато. Правильно? Правильно. Раз, два. Раз, два, три. Хорош. Ну, в принципе, так. Участочек уже готов. Вот это все тоже надо будет спилить, но чуть позже. Здесь можно будет еще выровнять. Причем я не знаю, что я не раскапывать стал? Почему я стал выравнивать так? А, я выравниваю выше уровня озера. Окей, тогда норм. Я не знаю, это просто для меня уже настолько естественно, что просто что? Эггплант? Окей. Перчик. Еще перчик. Эй, прикольно. Забавно, весьма. Шаг, можешь выше прочитать? Могу, Файрай, сейчас прочту. Здорово, никто. Так. О, Кэп здесь, здорово, Кэп. Что там с партнеркой Твича? Мне ответили, что пока нет, Файрай. То есть, для меня, лично для Твича меня смотрит слишком мало народу. Так коробку из земли делай, как топ-игрок. Так, коттедж, коттедж, хотим большой дом, коттедж, хату строй, коттедж. Да, строй большой, маленький дом, а то опять два стрима будешь делать. Потому что я это делать могу. Забей, надоело. Коттедж. Не хочу коттедж. Даешь гасиенду, господи. Голосовалка тут. Ну, я же не хотел стропон устраивать, Тасмит. Выше, Свегман, напиши еще раз. Я уже был выше. Так, привет, Шак, привет, чат, здорово, никто, да, ответил, поможем Шаку решить вопрос. Ну ладно, ну давай, окей. Давайте с тропоном это все дело решим. Так, ну-ка, оп-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 оп. Немножко спамиков, чатик. Так, пускай народ голосует, а я пока посплю. Пока я чат читал, ночь опускается. Ну, опустись уже, ё-моё. Пыщ. Все, найс. Вообще, ребята, вы бы знали, американцы сильно удивляются, когда русские хотят коттедж, но по понятиям коттедж это деревенский домик типа сарайчика, в котором даже туалет... А, по их понятиям коттедж это деревенский домик типа сарайчика, в котором даже туалет не всегда есть. Ну, понимаешь, понятие коттеджа, видимо, да, у разной нации это по-разному будут.
Но для нас коттедж это достаточно прилично хороший загородный дом. В котором не то, что туалет есть, в котором, мать его, есть водопровод, электричество нормальное, вода горячая и так далее. Короче, дом загородный, это коттедж. Так-с. Чё у нас там? Ну и фи, больше не буду. Да нет, Асмит, ладно, ладно, спасибо тебе, правда спасибо. Здорово, Инфросел, и сейчас начнется школа ремонта. Уже ясно, что большой дом? Чё, правда? Ну-ка, я еще не проголосовал. Я даже результат не знаю, потому что я еще не голосовал. 15 на 10, 16 на 10. Да нет, ты знаешь, ну такое себе. Плюс-минус голосовалка. Пам-пам-пам-парам. 16 на 10, 17 на 10. Вообще всего 27 человек проголосовало, хотя на стриме их 67. Это немножко странно. Но если уж большой домик, то окей. Так. Если мы будем сейчас делать большой домик. Во-первых, мне сейчас все это надо делать расхреначить, да, всю траву, которая мне мешает. И слава богу, здесь травы много. В отличие, помните, от Sky Factory, когда я должен был эти кости сажать, чтобы трава, блин, хоть как-нибудь была. Интересно, а здесь можно сделать моба-ферму? У меня сейчас такое заманчиво. Так, стоп. Знаете, что мне надо тогда? Спайк. Спайки есть. А фен? Фен есть. Спайки, фен. Что еще для жизни надо? Я могу прямо сейчас сделать моба-ферму. То есть у меня всегда будет много костей, много мяса зомби, то бишь. А земли... Стоп, как эта хрень называется? Баррел. Баррел. А вот баррела здесь уже нет. То есть компостировать гнилое мясо в земле здесь нельзя. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу. Да, никто, я уже этот спаунер уничтожал. Я в курсе. Так-с. Дело не в том, что у разных наций разно понимают, а в том, что сам термин к нам пришел от них. Согласен. Да. Так-с. Окей, Жош. Ну что ж, значит, большой домик, да? Большой-большой-большой приличный домик. Что мне для этого надо? Во-первых, мне надо сгрузить все нафиг. Ох, так. Крафтер поставить. Крафтер поставили. Сделать себе еще. Оп. Я же могу сделать вот так вот, правильно? Но в этом смысла сейчас особого нет, потому что два таких сундука я уже сделать не смогу. Поэтому мне надо сделать пока что много больших именно сундуков. Такс. Вполне может быть, что строительство дома затянется очень надолго. Ребят, я это предупреждаю как-то, я думаю, что все это прекрасно понимают. Что строительство моего эпического, мать его, домика... О, да-да-да-да-да. Я уже забыл про амарант, даже у меня будут амарантовые полы. Блин, это будет офигенно. Строительство эпического домика должно занимать, в принципе, эпическое время. Так, пока, значит, что я делаю? Я пока рассаживаю березки, чтобы можно было их потом вырубать. Возможно, я дом буду делать чуть ли не только из березок. Что это такое? Обсидиан тайл? Феи! Виспы, то бишь. Твою мать. Ну и местечко для домика я себе выбрал. Это вообще дырка с водой какая-то бесконечная, мать ее. Ага. Там будут зомбари. Блин. Ну и местечко, ну и мат. Ну ладно, сам захотел. Не, раз место уже подобрал, блин, может что-нибудь на холме вот здесь вот повыше, не? Ну-ка, сейчас я прочекаю так быстренько, может здесь получше место все-таки есть. Может все-таки есть получше место. По сути, на самом деле нет. Та платформочка, которую я себе выбрал, она уже хороша сама по себе. Надо будет только выживать. Че ж поделать-то, ё-моё. Че-то поделать, ё-моё. Мне самое... Вот больше всего, чего я боюсь, я слышал виспа. И убивать просто так виспов я, к сожалению, сейчас не смогу вообще никак. Мне нужно дальнобойное оружие, ну хотя бы лук, да, начальный, чтобы виспов сливать. Иначе виспы будут сливать меня. Так-с. Ту-ту-ту-ту. Хорошо. Значит, что мне надо? Мне надо с собой жратву постоянно таскать. Так, мне нужно... Так.
И мне надо хой сделать. Хой! Как мне сделать хой? То бишь мотыгу. Из дерева. Деревянная мотыга. Ту-ту-ру-ру. Иначе я просто очень быстро без еды останусь, понимаете? И, собственно, будет полнейшее жо-жо, папа. Вот. Поэтому... Это такая своеобразная, совершенно начальная грядочка у меня будет, в которой будет расти морковка! Да ладно, вы уже не орошаетесь, серьезно? Четыре же блока... Ага, блок высотой уже гипотенуза, да, уже не катит. Окей. Давайте опустим землю эту. Ага. У меня немного сломалась лопата. Такое бывает. А что мне... Repair Material кактус. Я последний раз кактусы не видел никогда здесь. Поэтому эту лопату свою я починить не могу даже номинально. Не то что материально. Поэтому ок. Пока побудем без лопатки. Пяу. Так, ну что ж. Морковец будет расти. Пока я сейчас ее пожру побольше. Мифрил, спрашиваю, прежде чем кидать ссылки. Так, шаг, даешь сундук? Дал. Не смог удержаться, запустил у себя Infinity тоже. Только полглаза туда, полглаза сюда. Да это нормально. Ты можешь вообще не смотреть сюда, ты можешь меня слушать, а если я что-нибудь заору, то тогда ты поймешь, что в принципе пора сюда смотреть. Этим часто пользуются. Так, ладно. Значит, сюда. Давайте-ка я сделаю пока железное тогда оружие. Да, железа у меня не так уж и много. Возможно, оно мне даже понадобится. Я пожалею об этом, естественно. Но! Нет. Такие пироги. То есть, ать-оп. Кактусовую лопату тоже пока сюда ставим. Сейчас мы землю расхреначим. Как раз березки созревают нормально. У меня, по-моему, только флинта нет. Поэтому, если мой топор сломается... Я гравий с собой притащил, кстати говоря, или нет? Возможно, мне надо будет наведаться в деревню и раскопать там дорожки, чтобы с гравия получить флинт, чтобы починить свой топор, чтобы им работать дальше. Потому что флинтовый топор, ну, реально неплох. Жалко, только железный сделать нельзя. Скайв бенинг, что? А, я от ботаники, походу, растения нашел основное. Это хорошо, это полезнушка. Марио. Так. Так, в принципе, все. Дальше мне особо сильно не надо. Дальше я закопаюсь. Если я дальше закопаюсь, то у меня пропадет это озерцо, а я этого сильно не хочу. Так. Ну вот, собственно, площадка фактически есть уже, да? Осталось ее очистить и, собственно, понять, как я буду делать свой дом. Так. Мне еще надо будет все-таки камня достаточно приличное количество. Это минус. Камни надо будет накопать. То бишь, мне надо уже под шахту место себе подумать. Эх, да ладно, одной земли не хватило. Так, дайте мне одну землю. Земля. Так, есть земля. Собственно, площадка готова. Так. Куча всяких растений. Я не знаю, просто жесть какая-то. Ля-ля-ля-ля, поесть. Ага, мне надо сделать печку. А камня у меня нет как факта. А печка мне необходима. Так, во-первых, спальник с собой. Так, мне необходима печка. Так, ну, в принципе, недалеко от меня вон там вот горы, то есть я могу камень прокапывать сразу. Так, железо еще есть, окей. Песочек есть рядом, тоже окей. Песка, кстати, тоже надо достаточно приличное количество. Ага. Здрасте. Значит, вокруг меня есть еще и каньон, причем, скорее всего, даже не один. О, гравий, прикольно.
Грави это топчик. Купер я пока себе не буду добывать. Мне медька пока нафиг не нужна. Пык-пык. Блин, я даже не знаю, ночь это... Да, это уже ночь. Пока еще нет. Пока еще можно прокопаться совершенно спокойно. Вот, спим. А здесь канает коблогенератор. Да, порз, но только коблогенератор. То есть из него нельзя сделать песок, пыль и так далее. Здесь нет просеивалки. Но коблогенератор, да, канает. Я его смогу позже сделать, как только... Я, в принципе, уже его могу сделать, если я найду лаву. И лазурит. Здесь нет просеивалки, поэтому лазурит я могу найти только в шахте. Далеко-далеко-далеко-далеко в Ж. Здесь нет просеивалки, ребят, я не могу лазурит получить на халяву. Так же, как и Бонмил, мне надо скелетов убивать. То есть, моба-ферма, скорее всего, у меня будет. Это получается такое соединение, если вы помните, кто смотрел у меня ванильный майн, да? Это получается соединение ванильного майна, обычного, и Skyfactory. Причем соединение от слова HP. Блин, это будет забавно, правда. Тун-тун-тун. Что это такое? Это гоблин. Прикольно. Овечки есть, акация есть. Так, это хорошие новости, что есть овечки, акация. Спаунер я там уничтожил, не волнуйтесь. А, я же могу сделать бред, точняк. Знаете, чего не будет? Блин, я только сейчас об этом подумал. У меня не будет ультимативной печки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У меня не будет зивика печки, вот этой вот, вот супер-пупер-мега печки. Блин. Это упущение, это действительно большой минус. Так, значит, пожарь пока еду. Следом после еды будут жариться камни. Ну вот посмотрите, ну что это за скорость жарки? После ультимативной печки это прям обидно. Я после песни Аркадия Пистолетова не могу эту мелодию нормально воспринимать. Что? Ну, Донфингер. Бывает, наверное, не... Слава богу, я не знаю о ком-то, видимо. С гоблинами вроде барыжить можно. Да, кстати говоря, гоблины не работали в Skyfactory. И не работают в Skyfactory. Но здесь, да, вполне себе работают. С гоблином, да, можно торговаться, я даже уже пробовал. Интересно, как долго может не выпадать флинт? Я думаю, очень, да? Да. Ладно. Стоп! Мне надо построить смелтери. Мне надо построить смелтери, чтобы с песка получать в два раза больше слитков. О! I like it very much. Просто шик. Главное, чтобы мне упал еще один саженец, как минимум. Желательно, конечно, 2-3, но главное, чтобы хотя бы один саженец упал. Если не будет саженца, то это будет совсем печально, потому что эта хрень растет только в джунглях. А в джунгли я что-то возвращаться не спешу. Да, есть, хорош, много саженцев, найс. Я реально хочу в пол... Я буду даже делать чуть-чуть дом из него. Потому что у него... блин, или просто дом полностью из него сделать. Мне нравится очень цвет древесины. Безумно нравится цвет древесины. Потому что, ну вы посмотрите вот на это, ну правда. Ну-ка, как она выглядит интересно, когда ее поставишь. Блин, он офигенный. Это правда офигенный цвет. Причем, если рядом поставить березку, даже интересно, он с березкой сочетается или не очень? Так, камень. Отжарим камень пока. Потом еще надо песочку будет добыть, песочек пожарить. Но это такое же. Блин, надо какой-то еды постоянно добывать себе. Или не бегать, по крайней мере. Да, надо пешочком ходить. А то еда-то у меня будет зреть очень долго. А, точно, у меня же есть пшено. Я в который раз забываю, мать его, что у меня есть пшено. Так, с гоблином так. А здесь есть Industrial Craft 2 с электропечкой, куча апгрейдов. Да, Донфингера есть. Industrial Craft здесь есть. Собственно, он, я так понимаю, Industrial Craft номинально заменяет Magical Crops. То есть здесь нет Magical Crops самого по себе, но есть Industrial Craft. Со всеми апгрейдами. В принципе-то смотрится неплохо. Ха, а я смогу стелсовые двери здесь делать? Да, я смогу стелсовые двери здесь делать. Это положительный момент. Так, хорошо.
Я буду делать себе такой дом. То есть низ у меня будет такой. Он будет переходить в какой-нибудь рисунок, наверное, либо просто в диагонали, которые могут соединяться на крыше. Крыша у меня будет, естественно, каменная, из обожженного камня и ступенек тех. Так, это хорошо. Так, я понял, идет с первого раза. Дроу Сони не понял с первого раза, окей. Че за ссылки? Да, придурок какой-то на стриме зашел, такое бывает. Я же говорил, ребят, очень много глупых людей, которые заходят и пиарят, притом не считают себя мразями. Ну, никакого морального плана нет в этом. В этом плане нет никакого морального, я не знаю. Как это объяснить-то, что ли? Морального чувства, что ли? Что-то вроде этого. Короче, просто, ну, мрази типичные. Сделай индукционную печь. Во, мне делать сейчас нечего, кроме как индукционную печь делать. Так, значит, что я хочу себе? Мне нужно больше амаранта сейчас. Амарант, иди сюда. Бревна! Плюс мне надо сейчас больше березки. Блин, вы не поверите, я даже привычку уже, я подхожу и я нажимаю на ё. Я правда подхожу и жму на ё сразу, чтобы дерево срубить. Я попробую, ребят, вне стрима, то есть следующий стрим по майну у нас будет во вторник, следующий, да, через неделю. Я попробую к этому времени поставить вейнмайнер сюда и проверить, чтобы он ничего не сломал нафиг. И попробую поставить... Я, кстати, запомнил, да, вейнмайнер. И попробую поставить какую-нибудь еще хрень. Я только забыл, что я еще хотел ставить. А, что-нибудь на shift. Чтобы инфа была постоянная, шифтовая. Только я не знаю, что это за мод. Это косяк. Я даже урюряка под собой слышу, блин. Вот последнее, что мне хотелось бы слышать, это урюряка здесь. Ну, то бишь эндермена. Он такой уруру и ворует вещи. Так, есть березка. Есть березка, есть амарант. Так, теперь, какую конфигурацию дома... Блин, я бы с удовольствием сейчас взлетел и посмотрел, какую конфигурацию дома я себе хочу. Какой конфиг дома я себе хочу? Если этот дом будет большим, то есть фактически это будет коттедж. Да, я сделаю его с усеченной крышей, это факт. Наверное, надо будет сделать балкон. Балкон у меня будет выходить на какую-нибудь площадку. Если я буду на площадке, ну что-то вроде Витчери, например, да, если, когда я буду, не если, да, когда я буду заниматься Витчери, этот балкон должен выходить на конкретную площадку именно. То бишь, площадка у меня будет здесь вот где-то. Балкон у меня должен выходить сюда. Балкон, получается, будет угловым, это как минимум. И дом должен быть чуть шире, чем я его начал строить прямо сейчас. Я немного неправильно начал. Блин, у меня сейчас топор сломается, у меня флинта нет. Ох, попа. Попа. Так, секунду, ребят. Надо смотаться все-таки в деревню и добыть себе, ну, то есть выкопать себе флинт хоть какой-то. Три копатитер. Виталия, вейнмайнер то же самое фактически. Он дает мне абсолютно то же самое. Только он дает еще мне отличный... Ну, как тебе сказать, отлично. Короче, он дает мне то, что я совершенно смогу спокойно выкапывать огромные шахты и так далее и тому подобное. То есть, и у меня будет работать банально ее. Вот. То есть, не обязательно ради деревьев только, да, деревья срубать. Это просто будет полноценно ее, полное. Полное ее. Так, деревня, здрасте. Я хочу вас чуть-чуть порубить дорогу. Точнее, покопать дорогу. My god, is that amazing? Спасибо за фоллоу! Мне кажется, или Тинтер с лопатой не... Так, во-первых, сколько мне FPS? Почему у меня 37 FPS? Почему у меня так жутко проседает FPS сейчас? А, у меня лес прогружается, вот почему. Окей. Так, мне надо флинт... Слушай, почему обычно... А, нет, один флинт есть, все, слава есть. Мне нужны снова столы с Тинкерс Констракт? А нужны ли мне новые столы Stinkers Construct? Ну-ка, деревня. А деревня? Тут свинка есть, прикольно. Что? Этот... Ни хрена себе. Ага, Tinkers Construct-овый домик. Та-ра-та-та-та, приветушки. Так, сундук еще один? Нет, мне нужен вот этот стол. Вот этот стол.
и вот этот стол. Спасибо. Да, можно даже сундук с собой забрать. Спасибо, ребят, спасибо, спасибо, спасибо. Immersive Engineering пока я не буду изучать здесь. Мне это пока не надо, хотя ME это одна из тех вещей, которые я хочу построить, ну, как можно быстрее, скажем так. КТТС, как только так сразу. ME действительно надо будет себе строить. Вы посмотрите, у меня мой дом, перевалочный пункт, в почти в 6 тысячах метрах от меня. Просто жесть. Можно тебе одного из стримеров посоветовать? Нет, потому что, понимаешь, у меня вкус очень специфический на стримы. Поэтому лучше не надо. Я уже нашел ту группу стримеров, которую я сам смотрю. И поверь, новых стримеров я смотреть, скорее всего, не буду. Мне хватает тех, кого я уже смотрю. Вот, потому как бы, зачем? У меня этот мод установился вместе с пневматик крафтом. Ага, окей. А чё так долго майн ждать аж до следующего вторника? Понимаешь, я не стример основной майна. То есть я стримлю в основном не майн. У меня основная игра вообще на канале... Я уже там поменьше играю, но тем не менее, основная игра на канале это все равно Айзек. Да, бедный до Айзек, да? Я номинальный стример Айзека, просто ребята тогда проголосовали, типа, попробуй постримить майн. Это будет интересно. И я, собственно, начал стримить сначала ванилку. Я там развивался от и до. Потом я пошел в замоденный Майнкрафт и начал стримить Sky Factory и тоже развивался от и до. Пока, ну вот, не надоело совсем уж. Жить на острове посреди ни хрена с отсутствием возможности по нормальному изучению Вичери и так далее и тому подобное. Включая не только Вичери, еще и ботанику. Именно поэтому я начал сейчас Infinity Evolved. Но это далеко не моя основная игра, и я не могу в Майн играть очень долго и часто, понимаешь? Но это лично я. Вот, например, завтра, скорее всего, у нас будет Ганджион. Мне почему-то кажется, что я захочу в Ганджион поиграться. А с утреца будет FTL-ка. А в конце посмотрим, возможно, Боши, может быть. То есть у меня есть достаточно много игр, в которые я стримлю. А Лерка... Не, ну Лерку можно попробовать посмотреть, как она будет рисовать. Это, в принципе, интересно. Понимаешь, очень много специфических требований у меня к стримам. Я не буду их озвучивать, их просто много, но такое. Точку поставь. А, кстати говоря, да, точно, вейпоинт же надо поставить. Это же дом мой. Так, ага. Так, а давай-ка я этот дом удалю, он мне нафиг не нужен. Ремув. Нью. И вот это уже будет дом. Отлично. Какой бы вейпоинт поставить? Такой красный. А, это цвет? Ага, сейф. Да это такой красный вейпоинт. Забавно. Такс. Вейпоинт поставил, да, спасибо. Теперь че? Мы берем себе Tinker's Construct столики. Что мне надо? Мне надо сначала вот этот стол. Потом... Вот этот стол. Потом вот этот стол. Вот это ящик, потому что в нем дохрена частей изначально содержится. И просто крафт-стол, который я зачем-то себе взял, потому что я могу. Так. Я, кстати, могу даже в крафт-стол запилить все это, как и было, да, просто положить. Оу! Слаймовский. Забавно. Так, допустим. А вот этот крафт-стол себе уже поставить как крафт-стол. Да, непосредственно. Так, это ко мне идет. Досочки. Так, и гравий сюда идет. Так, теперь мне надо започинять топор. Вот, полная починка топора. Найс. Ах, теперь можно строить. Значит, как у меня домик в итоге будет выглядеть? Значит, сюда на угол у меня пойдет терраса какая-то. Правильно. Значит, домик у меня будет где-то вот до сих. Так. Угловой террасы. То есть это будет вот так вот. Такс. Вот такая вот угловая терраса у меня будет. Это будет вход-выход, один из. Далее. Ширина. Какую бы ширину домика сделать в итоге? Да, домик будет, безусловно, большим, естественно.
Так, значит, раз, нет, и раз, и два, и три, переход, и раз, и два, и три, переход. My God, is that amazing. Спасибо за фоллоу. Так. Плюс мне надо будет лестницу наверх еще делать. Ха. Какую я лестницу наверх хочу? Да, можно попробовать. Вот сейчас у меня в мыслях просто лестница наверх появилась. Просто для нее надо выделить как-то отдельное место, да? Чтобы лестница наверх не перекрывала, допустим, окна. Потому что окна, ну как бы, это окна. Окна нужны. Так, здесь у меня будет... Я не знаю, нужен ли второй балкон будет сюда, блин. Второй вход-то точно нужен будет. Такс. Ну, собственно... большой домик. Реально большой домик. Так, в основном он, кстати, будет из березки, не из амаранта. Амарант я буду использовать для украшательства, для красоты, ну и как первый вот такой вот своеобразный этажик, да? В основном меня амарант смущает только один. Он одним, он высокий. Его сложно добывать. Правда сложно. С другой стороны, если я сделаю простую вещь, блин, как непривычно слома все-таки в руках горит. Мне нужны палки. Мне нужны... Мне в любом случае... Понадобится лесенка, да? Пыщ. Так, поэтому мы берем себе сейчас лесенку. Сейчас я лезу на амарант повыше, рублю его, спускаюсь. Лезу повыше, рублю, спускаюсь. И так далее. То есть, допустим, вот так, так, вот так. Отсюда пролезли. С помощью лестницы это будет намного проще, чем сначала ставить себе доски, а потом вырубать себе доски. Блин, но мне все равно придется делать. Значит, надо все-таки еще выше ставиться. Жуть. Скажи, пожалуйста, а как посмотреть, какие моды входят в сборку на FTB именно на сайте? Именно на сайте не знаю, честно говоря. Я это все смотрю через лаунчер. Ты просто в лаунчере открываешь список модов и смотришь. На сайте я моды не смотрел, правда, поэтому я не могу тебе здесь помочь, Свагмен. Sky Factory поломался, теперь приходится по земле бродить. Ну, не то, что совсем поломался, ну такое. Всем здрасте, давно не заходил, чё как? Здорово, Инкод, да, вроде все нормально, вот видишь, Infinity Evolved. Evolved. Так, 4 амаранта всего, почему-то. Так, ну ладно, по крайней мере, у меня их уже сидит достаточно приличное количество. Амарантиков этих. Так, еще выше, ладно, все. Эриборз уже на 6 выше прошел. Выше мод с Вики и ГВ мод. А за... А, в смысле... Это именно мод Вики получается? Блин, то есть этот шифтовый мод, это как раз тот самый мод, который меня еще и раздражал попутно, да? Когда постоянно press I to info было. Окей, спасибо, Донфингер. Давай я прям запишу, чтобы не забыть. Так, где мой листочек? Сейчас. Привет, здорово, Додоша. Так, как он называется? IGV мод. И Вейн Майнер, да? Вейн Майнер. Так. Это два мода, которые мне надо будет посмотреть. Спасибо, ребят, за подсказочку. Большой топор стинкера сделай, не мучайся, весь ствол будет рубиться сразу. Большой топор стинкера? Это как? Это какой? Вот этот, что ли? Фишка в том, что я его делал, по-моему, всего... Нет, я его вообще не делал. Мне говорили, что он вообще не помогает. Фишка в чем, понимаешь? Мучайся, не мучайся, мне для этого вейнмайнер нужен. Чтобы я не мучился, то есть вот на этом стриме конкретно я помучаюсь. Так же, как и в Sky Factory, я с самого начала не знал, что есть ее, и я вот это вот рубил все вручную, естественно. Вот, но пока помучаюсь, ничего страшного, ребят. Правда, ничего страшного. А на следующий стрим попробую это дело исправить, если я опять Вовке не утону нафиг, да? На неделю на целую. Я попробую это дело исправить, я, по крайней мере, очень сильно постараюсь. Потому что вчера Sky Factory, например, я же Вовке утонул, я Sky Factory в 5 утра чекал. То бишь, это было совсем недавно, меньше 12 часов назад.
Давайте, потому, ну, такое себе дело. Посмотрим, посмотрим, но вот в этот раз конкретный, в первый, надо будет потерпеть. В следующий раз будет легче, если у меня вейнмейнер поставится нормально, то все будет топ. Чтобы улей собрать, тебе нужен сачок. Ладно. Я пока ульями не хочу заниматься, пока что, да? Я хочу заняться сначала, смотри, сначала дом и обеспечение себя едой. Вот. А потом посмотреть. Окей? Сначала дом, еда. Чтобы я жил здесь. То есть не существовал, думая, как бы мне выжить полегче. А именно жил. Стану здесь жить нормально. Будет еда, будет домик. Возможно, шахта даже уже. И тогда можно будет посмотреть, что я конкретно по модам могу выпендриться. То есть, во-первых, ME, безусловно. Во-вторых, ресурсы надо. Просто в огромном количестве надо. И так далее, и тому подобное. Короче, есть куда расти. Так, где у меня будет вход? Значит, первый ход у меня будет здесь. Да, я делаю миссиметрию сейчас, у меня будет миссиметричный дом. И, пожалуй, это первый раз, когда я, наверное, делаю именно миссиметричный дом специально. Так, и здесь у меня будет вход. Так, здесь у меня будет окно. Здесь будет спальня. Ага. Есть где заниматься зачаровалкой, есть где поставить себе ME. Причем снизу это ME я смогу подвести себе. Not bad. Есть места... Так, я уже вижу, как у меня будут даже сундуки располагаться. И кухня. Отдельная кухня, естественно. Это хорошо. Да не надо топора, делай хаммер, железо в гравии пережарь рано. Я железо пока не буду пережаривать, потому что я сделаю себе смелтери. И в смелтери я смогу сделать гораздо более эффективную прожарку, да? Кстати, стоп, а как я А здесь я, наверное, не смогу сделать бесконечную лаву, да? Это был Крусабл. Блин. Здесь реально не будет бесконечного источника лавы у меня. А вот это уже хрень полная. Или будет? Стоп. Блин, это таункрафтовый. Сейчас. Клей. Так. Ох, мне бы вспомнить, как эта хрень-то делалась. Она делалась из клея и бонмила. Это точно. А вот как конкретно, блин. Что? Пейл пинг керамик блок? Серамик блок? Это забавно. Такс. Что из тебя можно сделать? Из тебя нельзя сделать... Блин... Или можно? Стоп. Он делался по-другому. Это рейлкрафт. Он делался просто клей и просто бонмил. По одному. Блин. Я сейчас просто вспоминаю, как я на Sky Factory начал развиваться, да? И походу бесконечных источников лавы здесь не будет. И как тогда... Ceramic Dew. Вот, это делается Ceramic Dew. Вот почему они не стали делать, потому что они друг с другом не сочетаются. Здесь клей плюс бон мил, это Ceramic Dew. Керамическая краска белая. Черт. И как мне жить без бесконечной лавы? Так, все равно будет вода. Так, ну ты ее можешь не искать. Это был Эл Нихилио. Экс Нихилио. Блин. Черт. Жаль. Это реально жаль. Так, а если не будет лавы бесконечной, значит, я не смогу делать нормальные магмогенераторы, правильно? Значит, энергию надо получать как-то по-другому. Видимо, энергию придется получать с помощью immersive engineering, то бишь ветровые мельницы, водяные мельницы и так далее и тому подобное, чтобы энергия была реально из ниоткуда. Черт. Ладно, пофигу. Давайте сначала домиком все-таки займемся. Немножко обидно, да, вот совсем капельку, пожалуй, есть обидно, что я действительно не смогу сделать себе нормальные лавогенераторы,
бесконечное производство лавы. Бесконечное производство лавы было бы хорошо, потому что лаву надо заполнять в в смелтере, естественно, да? В смелтере на лаве у меня будет изначально работать. Интересно, у нас здесь пиросиум есть? Здесь есть пиросиум, отлично. А есть ли здесь танки? Есть, отлично. То бишь, если я найду какое-то озеро лавы, я его просто в ведро перекачу в танк, в какой-нибудь reinforce танк, да? И дальше просто домой его отведу и все. Отвезу. И будет у меня один танк. Но у меня все-таки в Sky Factory все было основано именно на магмогенераторах. Сейчас здесь у меня все будет основано, видимо, на генераторах другого типа совершенно. Например, ветряках там тех же, да? А термо...